Доброе утро, друзья. Чтобы вы понимали, 11 утра. И вот что происходит. Гром гремит, кусты трясутся. Что там делают? Медведь калину собирает. Дождь идет сильный. А у нас столько планов было. Сегодня поехать. Да. Поедем. Мне сейчас надо будет платить в банке счета. Поедем в магазин, посмотрим, что там. Ну и по дороге поговорим. Будем сегодня снимать вам. Сегодня у нас выходной. Жесть, конечно. Выходной испорчен такой погодой. Решил выйти, заснять вам вот. Елку у нас поставили во дворе, которая... Только что стрим проходил. Все круто прошло. Так, а сейчас еду в Периптер за сигаретами. Смотрите, на районе тишина какая стала. Кстати, Периптеры тоже закрываются. Я последний покупатель был. Сейчас время же поменяли. И все закрывается опять. Снова раньше. И все эти бутики, все не работает. Вот так мы живем. Итак, всем привет. Посмотрите, какая у нас погодка. Просто шепчет. Сколько? 14 градусов. Вчера целый день был ливень. Вот. А сегодня снова лето настало. Еду на работу. Блин, сегодня проспал. На 12 часов дня мне сегодня. Вот с 12 будем до 12 ночи, до начала первого. Ребята, у нас сегодня калукери. Калукери — это лето, плюс 15. Вчера, если дождь был, то сегодня класс. Иду на работу. Настроение хорошее, бодрячком. Заряженный. Год. Год должны провести мы. Вообще выжать его, из него максимум. Очень много надо сделать. Хочешь не хочешь, а надо трудиться. Иначе будем плыть вот так по течению, как все остальные. Надо бороться. Прикольно, прикольно. Погода вообще. Я такой заряженный, заряженный. Хочу изменить жизнь. Хочу изменить все в лучшую сторону. Хочется, ребята. Магазин закрытый, компьютерный. Большой клуб был, красивый, с хорошей техникой. Вот здесь. Сейчас спросите, а что тебе не хватает? Да всегда хочется к лучшему стремиться. Машину поменять, дом купить. Работать сам на себя хочется. Вот в чем. Вот что хочу. Понимаете? Вот в чем счастье. Надо. Надо, надо. Надо подкрепиться и что-то сделать хорошее. О, Кашкай стоит заброшенный. Не видно его. Хорошая погода. Кирилл Дмитрий. Ясас. Ксигинаме вулья, не? Прото кафе? Прото кафе, не. Мета вулья. Браво. Надо парангелия. Акома посо. Вовека йора венехи. Парангелия кануме. Кена ксигинисуме. Так, добрый вечер. Что ж, день закончился, как обычно. Ну и подводим итоги, что сегодня я узнал новенького. Значит, у нас с понедельника, а это получается 11 число, открываются школы. Значит, начальные классы, вот, пойдут в школу. Поживем, увидим, что там скажут в школе, потому что что-то мне не очень нравится так, что они откроются, для чего они откроются. И что меня главное волнует, будут ли заставлять делать детям прививки, вот, в школе. Ну, мы поживем, увидим. И вот такой вот у меня был денек, друзья. Ну, больше нечего такого особо рассказать. Работы было много, как обычно. Такой день пойдет так себе.
12,5 часов отработал. Сейчас у нас 12:30 ночи уже. Приехал я в 12 дня. О, свежо, хорошо, тихо. Обожаю вечером идти вот так в машине. Тишина такая. Безумно круто. Ладно, друзья, будем прощаться. До новых встреч. Ненадолго, надеюсь. Вот. Подписывайтесь на канал. Ну и всем пока, не болейте, друзья.